В субботу, 20 августа, между заводом КОМПП и летно-испытательной станцией горожане отметили торжественное событие. Новость о том, что в этот день будет проходить праздник ко дню авиации, облетела окрестности. Поэтому веселое оживление на площадке началось еще до официального открытия. Здесь собрались жители со всего города. Кумертауский завод славится вертолетами во всем мире. Но главное, здесь есть трудовой коллектив, который умеет добиваться достойных производственных показателей и гордится местом своей работы. Их труд заслуживает признания и уважения. Специально к этому дню на выставочном фоне были представлены легендарные вертолеты. Взрослые дети смогли ощутить себя пилотами, посидеть в кабине вертолета, а также сфотографироваться как рядом с летательным аппаратом, так и внутри него. В небе стоял рев и гул. Показательные выступления авиамодельного кружка – это один из самых зрелищных моментов праздничной программы. Юные мальчишки и девчонки вместе со своими родителями наблюдали за самодельными самолетами. По словам руководителя авиамодельного кружка, на сборку такой техники уходит очень много времени. Ну, мы здесь делаем различные радиоуправляемые модели. Вот это в данный момент самолет-квадрокоптер, который победил на премии имени Палатникова, занял первое место. Вот. Самолет, видите, как видели, взлетает вертикально. Сейчас техника очень новая. Вот смотрите, это все моторы. Как говорится, электроника, тут платы управления, очень сложная. Без компьютера ничего не сделать. Все прошивается про это, программируется. Вот такое дело. Посетил мероприятие и поздравил всех жителей с праздником майор запаса Раис Сайфулин. Наши вертолеты самые лучшие. Значит, почему? Потому что, ну, наверное, компактные, наверное, потому что грузоподъемные. Иностранные вертолеты на палубах других кораблей смотрелись, ну, скажем так, не лучше нашего. Значит, я, ну, и хочу поздравить горожан нашего города, значит, заводчан с праздником, ветеранов авиации, значит, ну, и тех ребят, кто сейчас служит в вооруженных силах авиации, кто учится в учебных заведениях военно-воздушных сил. Всех поздравляю с праздником, с Днем авиации. Праздник посетили и гости из других городов России. Все улыбались, радовались и восхищались праздничным днем. Для нас необыкновенное. Мы с Приморья, допустим, здесь в гостях. И, ну, нам нравится. Ой, супер вообще. Вертолеты, мы сами из Санкт-Петербурга. Ну, как бы когда-то здесь жили. И такой праздник, как бы, мы под впечатлением. Интересно, весело. Ребенок радуется. Праздник очень хороший сделали. Прям так... Место посвободнее, чтобы подойти к вертолету ближе, посмотреть. В общем, все нравится. Впечатление потрясающее. Первый раз видим вертолеты в такой близости. Приехали специально из Челябинска сюда к родственникам и попали вот на этот праздник. Серьезно, Челябинск? Да. Поэтому положительные впечатления. Город у нас как бы авиационный. Много кто работает на Кумако, много кто уже отработал на Кумако. Как бы это уже традиционный праздник стал для нашего города. Ну, положительные впечатления. Город у нас как бы авиационный. Много кто работает на Кумако, много кто уже отработал на Кумако. Как бы это уже традиционный праздник стал для нашего города. Положительные впечатления. Мы очень рады, что есть возможность нашим мальчикам, сыновьям показать настоящие вертолеты, даже побывать внутри. И спасибо, что такие праздники проводятся. По окончанию так называемых дней открытых дверей жители и гости перебазировались в центр города для продолжения народного гуляния.